Начинаем торжественную церемонию открытия областного спортивно-художественного праздника «Витебская лыжня 2017». Флагом Республики Беларусь идет мастер спорта Республики Беларусь, член национальной команды, чемпион Республики Беларусь по лыжным гонкам, участник молодежного чемпионата мира 2012, 2015 и 2016 годов Тимур Джованиязов. На снегоходе у нас прибыли медики и уже ожидают подкрепления. Обратите внимание, прибывают спасатели боевой одежды на лыжах для того, чтобы обеспечить проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Сейчас будет осуществляться, помимо оказания первой помощи, еще и тушение развившегося очага пожара. Поприветствуем Мишку Олимпишку. Потому что если говорить про лыжные гонки, про биатлон, то у нас так все нормально. Вы же видите, какая великолепная трасса, и снег лежит, хотя уже много где подтаял. Конькобежного, к сожалению, у нас дворца еще нету, и льда у нас немножко не хватает. Ну а так, в принципе, для зимы все-таки Витебский регион по зимним видам спорта, он самый сильный в Республике Беларусь. Понятно, как сегодня, вот довольны, недовольны количеством участников, их подготовкой, их экипировкой. Я первое хочу сказать, что этот уже вот еще до соревнований мы уже задачу свою выполнили, потому что я каждый день сюда ездил в течение последних 2-3 недель, все люди тренировались. Все люди с Витебска приезжали, с городка, с других районов приезжали. Они тренировались, они готовились. Они задачу уже праздник выполнил. А сейчас просто надо, чтобы люди отдохнули, выступили красиво. И чтобы домой вернулись с хорошим настроением. Понимаю, что не только лыжные гонки будут сегодня. Да, и футбол будет. Мне приятно, что сегодня мини-футбол, что ветераны сегодня. Просто много разных игр. Там стрельба, тир. Дети на дружках покатаются. Вообще все это вот здорово. Мы постарались не только лыжи, но что праздник для всех людей, которые сегодня придут, и которые не получится, может, на трассу выйти, но чтобы себя здесь немножко... Банька там топится. Пожалуйста, всех приглашаю в баньку. Итак, дан старт первому этапу спортивного праздника. Администрация Октябрьского района. Николай Шерстнев. Праздник долгожданный. Вы помните, что мы заложили эту традицию несколько лет назад. К сожалению, в прошлом году не получилось. Снег растаял очень рано, хотя очень серьезно все готовились. В этом году, к счастью, все получилось хорошо. А больше всего я доволен, то, что все команды района готовились очень серьезно. Посмотрите, в какой форме, какие лыжи во всех, все на фишерах. То есть это действительно видно, что люди готовятся. Ну а для меня лично и для нашей команды, которая стартовала, это генеральная репетиция, так как у нас в следующую субботу республиканская лыжня. И, конечно, мы готовимся, чтобы выступить достойно. Команда подобралась очень сильная. Доказательство тому, что мы с большим отрывом лидировали. Поэтому для нас это как бы двоякое мероприятие. Ну а в целом, как я и говорил, все это делается для того, чтобы дети наши занимались спортом, физкультурой, чтобы молодежь
было развитой не только интеллектуально, но и телом, и духом. Это сегодня самое основное. Очень просто сломать ребенка, перенаправить в то ненужное русло, когда ребенок слаб и телом, и духом. Так вот, сегодняшнее мероприятие – это как раз то мероприятие, которое показывает, что здесь слабых нет. Здесь все сильные, здесь все действительно мощные. Посмотрите, как девчата бегут великолепно. Но радуется же душа за них. Поэтому всех с праздником. Эмоции еще только начинаются. Я еще отдохну, хочу в Гире сегодня выступить. Так что праздник впереди. Спасибо. Эстафету принимает Лаптюхова Варвара Михайловна. Под номером 14. Христофоров Александр Николаевич. Председатель Витебского обкома Николай Николаевич Шевченко. Третье место. Расскажите, пожалуйста, как команда горосполкома подходилась к этим соревнованиям, готовились, опробовали ли эту трассу? Ну, честно говоря, начнем с последнего вопроса. Эту трассу мы не опробовали, но, в принципе, полны решимости бежать, побеждать. Конечно, команда готова. 4 участников готовились в школе Олимпийского резерва, провели несколько достаточно плодотворных тренировок, посмотрели результаты. В принципе, я считаю, что мы подготовлены на уровне спортсменов-любителей достаточно неплохо. Каковы ставите для себя цели, задачи, ну и вообще какая работа ведется горосполкомом в рамках здорового подготовки к здоровому образу жизни? Цели и задачи сегодняшнего дня вы имеете в виду? Ну, конечно, каждый из нас может говорить, что главное не победа, а участие, но однозначно команда нацеливается на победу. Может быть, у нас не самые лучшие шансы, но все-таки мы готовились, мы к этому стремимся и будем стараться побеждать. Аплодисменты председателю Витебского исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Молодец! Молодец! Тренируйся! Я! 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 Я!